Сегодня в программе сервис микроблогов Twitter намеревается провести революционные изменения дизайна. Компания Apple подвела итоги года и опубликовала список самых популярных приложений из App Store. Папа Римский для того, чтобы зажечь рождественскую елку, воспользовался планшетным компьютером. Всем привет! Это «Гаджиотаж на дожде», достоверные данные обо всех обличьях современной электроники. Я Владимир Боровой. Самый массовый микроблоговый сервис Twitter объявил о больших переменах. Они в равной степени коснутся его дизайна и функций. Самые любопытные и нетерпеливые могут ознакомиться с онлайн-презентацией по адресу fly.twitter.com. Разработчики нового облика Twitter явно внимательно изучают работу своих коллег из Facebook. И речь не о плагиате, а о некоем общем подходе к созданию пространства для пользователя. Главные изменения ждут веб-версию. Отрадная новость. Показ фотографий и видеороликов наконец-то реализован будет непосредственно в ленте, никаких новых окон. Причем встроенный видеоплеер прекрасно справляется с полноэкранным режимом. Все взаимодействия между пользователями находятся под вкладкой «Connect» или «На связи» в русском варианте. Упоминания пользователя в чужих твитах и ответы на него, на его собственные, разведены по двум разным закладкам, что очень, конечно, кстати. Хэштеги изобретения пользователей Twitter подверглись некоторому переосмыслению. Теперь раздел с ними называется «В курсе», в английском варианте это «Discover», и его содержание, как утверждает разработчики, составляется в зависимости от интересов пользователя, его текущего местоположения и того, что рядом с ним происходит в мире. То есть, если вы увлекаетесь космосом и пойдете по соответствующему хэштегу, то получите не только самые цитируемые новости на эту тему, но и информацию о других пользователях неподалеку от вас, которые ваш интерес разделяют и готовы, например, устроить совместное разглядывание звезд в телескоп. В целом, количество нажатий, которые приходится делать, чтобы найти нужное, обещает в новом дизайне заметно уменьшиться. Под обновление сайта Twitter уже запустил свежую версию мобильного приложения и не больше, не меньше собирается отбить пользователей у сторонних Twitter-клиентов. Разработчики утверждают, что только оригинальная программа для портативных устройств от Twitter сможет адекватно передать все новые дизайнерские находки и перемены в функционале сервиса. Наконец, третьей инновацией станет появление страниц брендов со специальным дизайном, который поможет компаниям наилучшим образом представиться и с толком использовать пространство своего микроблога для рекламных и промо-акций. О новых страницах с Twitter уже договорилась 21 фирма, включая Disney, McDonald's, Nike и Coca-Cola. Все заявленные обновления, как сообщается, вступят в силу в течение ближайших недель. В декабре, что логично, становится популярным подводить итоги года в самых разных областях. Вот и компания Apple туда же опубликовала собственные списки лучших приложений для iPhone и iPad. Лучшим среди программ для Apple-овского смартфона редакторы компании признали Instagram. Фотоприложение, без которого не обходится ни один настоящий хипстер, помимо редакторских восторгов, собрало под свои знамена 11 миллионов пользователей. Однако попасть в десятку бесплатных приложений для iPhone по количеству скачиваний так и не сумел. Зато там оказались Twitter, Skype, Groupon, видеопрокат Netflix и музыкальный сервис Pandora Radio, которые недоступны за пределами США и Канады, и на первом месте Facebook. Игра Angry Birds предсказуемо заняла первые места в рейтингах платных программ для iPhone и iPad, да и ее продолжение Seasons и Rio ниже 3-го и 6-го мест не опустились. Игры вообще преобладают в платных категориях по 7 штук в каждом списке, а в бесплатных правят музыкальные, новостные и социальные приложения. Возвращаясь к выбору редакции Apple, следует отметить, что лучшей программой для iPad тоже стало фотоприложение Snapseed, близнец Instagram, который удачно перековали под планшетник. Раз уж разговор зашел о приложениях для iOS, нельзя не упомянуть о выходе новой версии фирменной Apple-овской читалки для электронных книг iBooks. Версия 1.5 по первым отзывам пользователей очень хороша и снова поднимает вопрос, а так ли уж нужно развивать сегмент читалок, если планшетник справляется с виртуальными копиями изданий все лучше и скоро плюсы пользования им перевесят все преимущества ридеров, кроме, конечно, веса и размера устройства. В новом iBooks похорошело меню книжной полки, издание без обложки,
обложек перестали смотреться как брошюры и приобрели солидный переплет. В меню пользования приложением изменения более существенные. Например, количество инструментов уменьшилось, а опция настройки яркости экрана переехала в меню выбора шрифтов и тем. Кстати, в темах появился ночной режим. Черные страницы, белый текст и его яркость откалибрована так, что шрифт не режет глаз. Самих шрифтов стало на 4 больше. Это для тех, кто больше не может видеть Times New Roman. Еще разработчики прикрутили к iBooks полноэкранный режим. Работает он, правда, только в версии для iPad. В нем исчезает стандартная строка статуса верхней части экрана и выключается оформление в виде толстой книги. Остается только текст. Ну и следует упомянуть об улучшении интерфейса опции выделения текста и создания комментариев. Высокие технологии неплохо прижились в Ватикане. Глава Римской католической церкви Бенедикт XVI зажег рождественскую елку в итальянском городе Губио при помощи планшетного компьютера. Елка в Губио – это такая гигантская гирлянда, которую укладывают в форме праздничного древа на склоне горы Инджина. Общая площадь этой инсталляции – около 130 тысяч квадратных метров. На все про все уходит порядка 1000 ламп. Зато, когда она горит, ее видно с расстояния в 50 километров. Понтифик, которому уже 84 года, не смог в этот раз поехать в Губио лично, но зажечь праздничную гирлянду прямо из своей резиденции не помешало ему это. Он воспользовался специальным приложением, что было установлено на планшетный компьютер. Когда это событие только анонсировали пару месяцев назад, прошел слух, что его святейшество будет использовать iPad. Но в итоге елку в Губио активировали при помощи Sony Tablet S. Является ли итоговый выбор Папы Римского в пользу японского Android-планшетника частью промо-компании среди католиков, не уточняется. На этом у меня все. Не забудьте на выходных посмотреть подборку лучших материалов гаджиотажа за эту неделю. И, конечно, оставайтесь на дожде. Пока!